Всем приветик! Вы на канале Homekin Dome. Сегодня мы с вами будем делать рум-тур наших замечательных жилищ для нашего хомячка. Вот, в этом нам поможет наши замечательные хомячки. Вот Пузя. Пусть, давай рассказывай, что у тебя есть в твоем жилище. Ну, Пузь, поздоровайся. Пуське мы сейчас дадим гороху. Пусть держи. Мы сделали перестановку в квартире. Поставили сюда башню для копания. Здесь мы сделали песочницу для него. Но почему-то он песочницу выбрал как кухню. Здесь у нас находится наша кормушка. Пузь. Пузя. Убрали пока второй этаж, для того, чтобы показать вам, что у нас находится. Здесь у него находится туннель. Туннель у нас состоит из такого вот, с такой трубки от компании Little One. Ее можно купить в любом зоомагазине. Ну и вот такой вот небольшой пещерки из дерева. Мы ее откипятили, отмыли и теперь используем как туннель. Также у нас имеется здесь колесо, которое мы недавно переплели. Теперь оно у нас более безопаснее стало. Водичка. Здесь его вот домик, в который он сейчас не заходит, так как у него появилась вот такая вот башня, и он живет под лестницей. Он там как Гарри Поттер. Пусть. Выходи. Покажи нам свою морточку. Ну, вот такой вот замечательный у нас получился рум-тур по домику Пузьки. Сейчас мы поставим второй этаж и вам покажу, как полностью выглядит наш террариум. Вот я установил второй этаж. Теперь Пузька уже не боится, выходит к нам, поел. Да, Пузь? Выходи, поздоровайся с теми. Смотри. Ну, ты что, я знал. Ну, Пузь. Что, пойдем к твоему брату? Покажем, что у него находится в домике. Ты-то будешь показывать? Нет? Ну ладно, стеснительно немножко. Пойдем к твоему брату. Вот так вот выглядит наш террариум. Квартирка его большая. Здесь стоят несколько наших игрушек, которые мы делали для него. Вы можете их узнать. Видео на эти игрушки будет в описании. Можете посмотреть, как делаются эти игрушки. Также можете посмотреть, как переплетаю колесо. Видео также будет под описанием. Все, полезешь на второй этаж? Здесь лестница. Давай.
Бояка. Бояка. Ну а теперь перешли к квартирке новой, которую занимает его брат Вспыш. Давайте начнем по порядку, что у нас здесь находится. Тут находится его дом. Здесь у нас поилочка. Такой же тоннельчик. Здесь у нас сооруженный столик. Частенько он сидит здесь, поедает еду. Ну, только после него приходится убираться. Он перекидывает свою тарелку. Конечно, потом все сразу же собирает и уносит свою норку. Живет он у нас теперь вот здесь вот. Вот можно посмотреть, есть у него нора. Выходит частенько на балкон вот он такой. Здесь у него игровая, которая находится в песочнице. Также беседочка. Здесь у нас находится часть корма. Также колесо, которое мы недавно сделали. Здесь у нас спуск на первый этаж. Почему-то не хочет выходить. Была, наверное, трудная ночь. Сейчас лежит, дрыхнет. Вот такие вот замечательные у нас домики для наших хомячков. Можно сказать, хоромы. Находятся они рядом. Можно так сказать, соседи. Вот такая вот вышла экскурсия по нашим квартиркам. Кому понравилось видео, нажимаем на пальчик вверх. Не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Также приглашаем на вас всех в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет под описанием. Ну что, всем до новых встреч. Пока-пока.